Многое изменилось в Подольске с начала века. Но один дом остался таким, каким он был 68 лет назад. Летом 1900 года в этом доме жил Владимир Ильич Ленин. Лестница ведет в мезонин. Здесь была спальня Ленина. «Я очень рад, что пришло разрешение на свидание с тобой», писал Владимир Ильич матери в Подольск. Неделя, проведенная здесь с матерью, друзьями, неделя, полная встреч и напряженной работы по подготовке к созданию газеты «Искра». Дом-музей Ленина в Подольске подробно рассказывает о пребывании здесь Владимира Ильича.